Відповідно до законодавства України, комунальні підприємства – це суб'єкти господарювання, засновані на власності відповідної територіальної громади. Саме громада визначає кількість комунальних підприємств, необхідних на даній території, їх функції та здійснює контроль за їх діяльністю. Наскільки ефективна така форма власності, спробуємо з'ясувати на прикладі комунальних підприємств Миколаєва та області. В оперативному керуванні облдержадміністрації 14 комунальних підприємств. Деякі з них вже перебувають у стадії ліквідації. Це, зокрема, кафе «Лілея», проблема якого депутатський корпус області намагався вирішити не один рік. Підприємство по факту є підприємством не громадського харчування, а производство долгов. Причем основным кредитором этого предприятия является областной совет, который вынужден платить поставщикам теплоэнергоресурсов, которые потребляются всеми арендаторами в данном помещении и которые нам возмещают эти суммы в соответствии с договорами аренды. При таком же договоре аренды предприятие «Кафе Лилея» не считало для себя возможным выполнять свои обязательства и вежливо перекладывала платежи за потребленные энергоресурсы на плечи областного совета, чем создало почти 200 тысяч долгов по итогам своей деятельности. Поки що не вирішена доля ще одного традиційно проблемного підприємства – пансіонату «Миколаїв». На мой взгляд, состояние материальной базы пансионата оставляет желать лучшего, если не сказать больше. Отдельные из них находятся в аварийном состоянии, требуют серьезных капитальных вложений, которых нет в областном бюджете. Вопрос, зачем это надо область? Иметь эту базу отдыха, в которую надо вложить миллионы, и опять же, это тема коррупционная, потому что тот, кто будет непосредственно руководить этой базой отдыха, он всегда сможет за наличку сдать номера, и вы никак не контролируете их. Я не вижу смысла, чтобы это коммунальное предприятие существовало. Его надо продать. И, скажем, в наше тяжелое время использовать эти деньги по назначению, там, дороги, крыши. Сесія обласної ради у квітні поточного року прийняла рішення про приватизацію кількох об'єктів комунальної власності. Среди них є і пансіонат «Миколаїв» як об'єкт, який, по нашому мнению, може бути привлекательним для інвестора, способного его модернизировать, значит, и вложить туда свои средства и запустить для работы, так как это делают большинство других частных предприятий, находящихся в Коблевской зоне. Але найскладнішою є ситуація на комунальному підприємстві «Міжнародний аеропорт Миколаїв». У перші роки незалежності молода держава охоче зняла з себе тягар утримання регіональних аеропортів та швидко передала їх обласним громадам. Наверное, тогда не подумали, что их рентабельная работа, их содержание – непростая задача. И большинство региональных аэропортов практически угасло. Мы были одни из немногих, кто еще сохранял его способным к выполнению своего предназначения производства. Багато років обласна влада намагалась вирішити проблеми підприємства, залучити інвесторів, щоб зберегти аеропорт. Тот кризис, который начался еще с 2009 года, по всему миру. Он коснулся, конечно, и нашей страны тоже очень сильно. Вот. И, как сказать, вот, те инвесторы потенциальные, которые хотели бы, допустим, зайти сюда, они должны были бы зайти, потому что у нас очень хорошее расположение аэропорта, вот эти воздушные ворота. Но ситуация, которая произошла 2013-2014 год,
политическая у нас в стране, и то, что у нас идут военные действия на территории Украины, очень сильно отпугнуло инвесторов. Наразі єдину можливість врятувати Миколаївський аеропорт керівники області бачать у поверненні його у державну власність. Ми робили кілька попиток. Всі вони оказались в итоге неудачними. Я не хочу перебрасывать ответственность там с облсовета на администрацию или брать ее на себя. Мы с председателем облгосадминистрации, я считаю, сделали последний шаг, который в состоянии были сделать. То есть мы обратились к руководству страны с письмом, в котором предложили рассмотреть этот объект как комплекс, который может быть возвращен государству. У комунальній власності є підприємства, відмовитись від яких громада не може, незважаючи на існуючі там проблеми, оскільки вони виконують важливі соціальні функції. Понад 100 державних аптек налічує мережа комунального підприємства «Фармація». Це єдина структура, яка всі поумирали, а це ще жива. А от на ця структура могла би підняти рівень довіри бедной части населения, ну, особенно пенсионеров, к власти за счет получения дешевых лекарств. Аптечный бизнес по сути не может быть збитковим, але підприємство «Фармація» у минулому році зазнало суттєвих збитків саме через свою соціальну функцію. Державна програма здешевлення медичних препаратів певної спрямованості не була профінансована у необхідному обсязі. Количество выданных рецептов и отпущенных препаратов превысило сумму, по которой фактически рассчиталось государство. И предприятие к концу года, ну, говоря сленгом, влетело как минимум на 450 тысяч гривен. И для того, чтобы выправить эту ситуацию, мы часть денег, которые бы могли направить на решение каких-то хозяйственных вопросов, социальных или финансирования наших областных программ или каких-то проектов, вынуждены были выделить деньги на то, чтобы закрыть обязательства государства. Соціальне навантаження покладено і на комунальні підприємства транспортної сфери. Ми перевозимо, осуществляємо перевозки людей льготних категорій. Ціна у нас минимальная, цена проезда 1,5 гривны в городе, это самая маленькая цена. Если бы мы, для того, чтобы мы были неубыточные, цена должна быть в разы выше той, которая существует. Но мы должны понимать, что городу нужен транспорт, не все могут пользоваться дорогим транспортом. И поэтому я считаю, что мы просто необходимы, наше коммунальное предприятие для города. Щодня на Миколаївській вулиці виїжджають 25 тролейбусів та близько 30 трамваїв. Такого кількості подвижного составу катастрофічно не вистачає, тому що на сьогоднішній день у нас увеличились перевозки пасажирів. Це зв'язано в першу чергу з тарифом. Во-вторых, з тим, що ми стараємося більш якісно виконувати свою роботу, сократились інтервали движення. Ми стараємося улучшать качество перевозок, и поэтому пассажиры пошли к нам. Мы перевозим очень много льготного контингента, это порядка 80% льготчиков мы перевозим, социальные слои нашего города, поэтому подвижного состава нам очень не хватает. В советские времена выходило порядка 100 троллейбусов и, значит, где-то 180 трамваев каждый день выходило на линию. Нам хотелось бы, чтобы мы могли выпускать минимум 75 единиц трамвая и 70-75 тоже единиц троллейбуса. Можливості розвитку підприємства та придбання рухомого складу обмежені через невиконання державою своїх фінансових зобов'язань з компенсації пільгових перевезень. Мы получаем порядка 60% субвенции, 50-60% субвенции, но она приходит вовремя. У нас на сегодняшний день на предприятии не существует задолженности ни по заработной плате,
ни задолженности по электроэнергии не существует. У нас существует на сегодняшний день задолженность перед пенсионным фондом по льготным пенсиям. Льготные пенсии – это водители трамваев и троллейбусов, которые уходят на льготную пенсию раньше, и предприятие должно выплачивать разницу между временем, которое он ушел на пенсию, и до основной пенсии должно платить предприятие. В связи с тем, что субвенция не приходит в полном объеме, мы не можем выплачивать эту льготную пенсию. Депутати в межах своїх можливостей та повноважень намагаються підтримати комунальні підприємства. Така ситуація була у комунального підприємства «Ніколаївкніга». Она находится, ее помещение находится в очень плачевном состоянии, часть помещений, и депутаты, не имея средств, допустим, в бюджете, решили помочь выделить деньги на ремонт крыши, оставив в ее распоряжение вторые 50%, которые идут от аренды помещений. У нас от аренды помещений идет, допустим, 50% в областной бюджет, 50% остается у предприятия. Они оставляют на 2 года 50%, который идет в областной бюджет, таким образом пытаясь помочь аккумулировать у себя всю сумму средств от арендной платы на ремонт той же крыши. Начальник управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації впевнена, що більшість проблем, які постають перед суб'єктами господарювання будь-якої форми власності, можливо вирішити за рахунок ефективного менеджменту. Обласна типографія очень тяжело типографії виживати в нинішніх условиях, но опять-таки все зависит от хорошего руководителя, от менеджмента. Если руководитель живет своим предприятием, то даже такое, как казалось бы, как вот архитектурно-плановальное у нас предприятие, ну, оно занимается там разработкой проектов, геодезией, всем остальным тоже, но новый руководитель пришел, и он, как говорят, волконоги кормит. Он где только можно. Вот куда ни придешь, везде директор этого коммунального предприятия. Он работает и с частниками, и с бюджетом. Он старается участвовать в торгах, в тендерах, где только можно. Точно так же, как и директор коммунального предприятия вот, типографии. Одним із перших кроків нещодавно призначених керівників обласної друкарні та архітектурно-планувального бюро стали заходи рекламно-маркетингового характеру. Мы живем в городе, но, поверьте, далеко не один, не два и более человек, когда узнали, что у нас есть коммунальное предприятие, областная типография, которая имеет возможности там, по печати газет, по печати бланков, по, допустим, бумаге, когда мы торгуем ей в розницу по оптовым ценам, многие руководители, скажем так, отдельных коммунальных предприятий, крупных, средних предприятий, которые живут и работают в городе, многие просто не знали о том, что предприятие такое существует. Поэтому минимально это реклама на уровне коммерческого предложения о том, что мы есть, о том, что мы имеем такие возможности, о том, что мы приглашаем к сотрудничеству, имея конкурентные цены. И это, скажем так, было разослано около 50-60 таких коммерческих предложений, и это дало свои результаты. Никто не знал, никто не приходил, не заказывали ни коттеджики, ни реконструкции какие-то, ни пристройки. То есть там, где даже технические решения нужны как совет и как профессиональное какое-то применение, то и даже этого не было. Поэтому работа привелась огромная. Мы немножко занялись и нам разработали немножко стратегию и в части там какого-то рекламного внедрения или какого-то мониторинг провели, что где нужно нам быть и кто наш потенциальный клиент. Архітектурно-планувальному бюро важко конкурувати з великими проєктувальними організаціями, які вже давно працюють на промисловому ринку. Тому для свого розвитку підприємство обрало інший шлях. Ми почали з малого. Ми на сьогоднішній день проводимо роботу по оказанню услуг населенню. Що це таке? Тобто, так як ми займаємося строительною документацією, сюди входить великий ряд розрешительних документів. Это не секрет ни для кого, что это очень сложная задача для каждого человека, потому что все знать и держать в голове, все изменения невозможно просто. Поэтому вот здесь мы срабатываем как помощник. Значит, на нашем предприятии на сегодняшний день есть 6 человек, которые представляют районы.
Значит, это наши работники штатные, которые живут в соответствующем районе и выходят на работу в здание районной администрации. И наряду с этим выполняют те функции, которые и районная власть, прежде всего, и областная ставит перед, не функции даже, а задачи, которые ставят перед населением. Если вы хотите подарить кому-то свой будинок, а на него документов нет, соответствующего образца, пожалуйста, приходите, мы оформим, потому что без этого вы его не подарите, как минимум. И не продадите, и земля, которая у вас в собственности 30 лет переходит с поколения в поколение, вы тоже ее никому не подарите, потому что на нее нужны ряд документов. Обладнання Миколаївської обласної друкарні майже відпрацювало свій ресурс. Виробничі потужності не завантажені у належному обсязі, але вжиті заходи поступово виводять підприємство на рівень рентабельності. У нас обладнання 97-го, скажімо так, 2007-го року. Там просто разные секции. Оборудование уже, скажем так, выходит из своего ресурса. Необходимо его средний капитальный ремонт. И, к сожалению, до сих пор мы печатаем на оборудование, скажем так, у нас аналоговая печать. Мы могли бы больше, скажем так, раза в 3 или в 4 печатать, то есть мощности не загружены на полную мощность, если мы говорим сейчас о мощностях именно газетного производства. Если говорить о таком показателе, как прибыльность, то, опять же, за 4 месяца 2014 года, по сравнению с 4 месяца 2015 года, сейчас мы уже вышли на прибыль порядка 3500, как бы это мало ни звучало, но в прошлом периоде это было минус 52 тысячи в 2014 году. Проте прибутковість не є основним критерієм доцільності існування комунального підприємства. Головним залишається соціальний аспект його діяльності. Количество коммунальных предприятий должно быть минимально необходимое и заточено исключительно на социальные значащие услуги, на которые они не в состоянии или не интересны бизнесу, но которые востребованы нашими жителями.